Всем доброе утро. Рабочий кабинет у нас тут организовался. Ну что, я же говорила, здесь тучки и море бушует совсем ненадолго. Вот погодка с утреца. Солнце светит такое, что ух. Море, конечно, зовет. Но я вам хотела что-то... показать. Пока мы тут завтракали, я услышала странный шум. Так, это кто здесь у нас? О, товарищи. Наверное, готовят участок для того, чтобы построить здесь дом. Ну, ладно. Так вот, сейчас я вам что-то покажу. Минутку, я попробую увеличить это во время съемки. Нет, не получается. Сейчас. Видите? Я вот всегда думала, ну вот как? Если ты живешь на 14 этаже и у тебя маленький лифт, вот как туда всунуть диван? Так вот такие конструкции здесь в Турции. Представляете, так, там машина не видно. И вот по этой штуке мебель попадет на самый высший этаж. Сейчас дождемся, пока что-то поедет, я вам покажу. Вот видите, платформа поехала вверх. Похоже, это не завозят мебель, а вывозят, потому что она пустая едет. И сейчас на нее что-нибудь выгрузят с балкона, и оно поедет вниз, обалдеть, на такую высоту, вот даже 14 этаж, товарищ. Вот, смотрите, видите, диван, или что там, не знаю. Если это грохнется с 14 этажа, это, конечно, жесть, тут всегда вот так ювелирно работать. Я даже внимания такого не видела. Обалдеть, да? А тут уже начали готовить территорию. Видимо, скоро здесь вырастет домик. Кстати, наш дом, за строительством которого я тут наблюдала. Посмотрите, все. Дом вырос. Даже на шахта лифта уже готова. Ну, в общем, теперь только вот растут стены. Начнут потом вставлять окна. Вырыют бассейн во дворе, будет подсветка и будет красивый вид с балкона у нас. Тот комплекс уже закрыли, нам теперь не видно, как там что, но все равно будет красиво. Погода сегодня класс. Так, дядька, я снимаю видео, ты тут шумишь. Косит траву. Так, мы приехали в наш любимый пляж, и посмотрите, где мы припарковались. Вы только посмотрите! Сегодня 4 мая. Все полно шелковицы. Ой. Она всякая есть, и черная, и красная. Красота! Почти нет. Красота! Вон какая. О, вот она, вот она. Сейчас руки будут красные, но ничего. Вот мы дошли до моря, естественно, у нас тут сразу гости образовались, естественно. Эти товарищи любят, когда кто-то приходит, еще и хлебушек приносит, да? Романтичная ты моя, романтичная собака моя. А ты чего там ругаешься? А ты щенок еще совсем. Наверное, твой, да? Твой, наверное, щеночек, да? Собака, ты моя собака, улыбака. Они любят тут. Ты еще щенок совсем. Ах, ты играться хочешь. Кусаться не надо. Нет. Собака. Лежат прям как копеечки.
Вот здесь вот заход в море просто идеальный. Так, пробуем. Температурка воды. Ты со мной пойдешь? Ты же боишься. Трусиха. Ну, что скажу, водичка прохладная. Самые смелые, наверное, могут искупаться. Хотя, если стоишь в воде, то нормально. Но я думаю, Вовка все равно окунется. Проверим. Ну? Пришла маму погладить, а этот вон не дает ей лежать спокойно. Оставь мамочку, пусть полежит. Сейчас мама, наверное, гав, и он на месте. Иди, Вовкой поиграйся, иди. Так, Вовка решился все-таки. Проверим. Карманы проверь. Денег, денег нет в кармане? Смелый самый пошел. Сейчас еще солнышко ушло, поэтому я что-то побоялась. Ну, он пускай. Но. Идет, идет, говорит, когда уже нырять, мелко все. Все мелко да мелко. Вот, теперь вы поняли, какой это классный пляж. Идешь, идешь. Для тех, кто плавать не умеет, вообще фантастика. Ну что сделаешь, Вова? Главное, с головой вниз не прыгай. Ух! Купальный сезон открыт. Все. Догадайтесь, что за зверь. Собака. Тут-то есть крабики. Кто видел наше видео, те знают, что мы тут себе завели друга. Жорика. Видимо, она его унюхала. Стала копать, да, носом? Носом-то кто копает? Вот, видите, такие дырочки, и вот в них живут крабики. И, видимо, она его унюхала. Решила его сковырнуть, да, мадам? Точнее, нет, сэр. Ну, хорошо накопала. Но так и не выкопала. Вы сейчас обалдеете, кого я нашла. Точнее, эти товарищи нашли. Вы посмотрите. Собаки, вы ее не трогайте. И смотрите, кто здесь. Собаки. Не надо ее трогать, не надо. И дерутся еще, кто ее будет трогать. Ау, больно же. Черепушки свои меня прям толкаются. Черепашка, малявочка. Ай, и не дает прям дотронуться до нее. Вот она. Да, так что вот такой сюрприз мы тут нашли. Ты куда полезла, девушка?
Это она краба выкапывает. Я говорю, ты, наверное, уже выкопала, а, мадам? Уже такой туннель прорыла. Ой, умничка, старается. Она, может, уже его выкопала, надо глянуть сзади. Старается так вообще, там такой туннель уже. Все, устала, да? Устала, девочка. Ничего себе, яма какая. Молодец. Вот вы только посмотрите, сколько строек. Прям город, как это, город новостройка. Это все, когда вырастет, заселится людьми. У-ху. Прям одна на одной, одна на одной. Вот смотрите, все строится еще. А за дорогой еще нет. Так что до 400, вот от этой дороги до моря, вот застраивается каждый сантиметр.